Хо, всем привет, мы в новостройке. Ну, естественно, что лифт один работает. И возят мешки, короче, мы полчаса уже вот в этих перчатках стоим. 11-й, вот 22-го до 11-го опустился. Нас об этом сообщили, сейчас будет полчаса грузить его они. А потом таскать мусор. ЖК европейский. Ну, естественно. То, что характерно, здесь вот дверь. Так, ой. Она уже трёт. Она новая, но уже беда с ней. Как такое может быть? Тут что-то замяли. Вот здесь мне интересно сделано. Антипаника. Оп. Круто? Круто. Дверь не работает, короче. У консьержа труба. Оп, упал в окошко. Да, тут охранники какие-то сидят. Может быть, даже и нет. Миллион квитанций. Вот это все не ободрано, ободрано. О, кто-то приехал. Что, едем? Мы едем. Квартира начинается с 4 этажа. Сейчас уедет. Да хер тебе, а не отмечу. Так, что, где москитные сетки за 1000 рублей? Штукатурка, электрик, отделка. Электрик. Вообще даже не списан. Походу мы тут одни из первых сюда пришли. Москитная сетка, 1000 рублей установка. Замер, выезд, изготовление. Еще и крепежи, еще и регулировка в подарок. Да, вот так вот. Все, выходим. Находимся мы на 4 этаже. Как мы видим, ну тут стилобат сделан. Вот 9-этажка видно, да? И все, 5 этажа вообще. Травка. Детская площадка. Ничего себе. Вот это пилястра. Как она сделана? О, это единая конструкция. Офигеть. Да, провидал. Европас провидаловский. Резинка вылезла. Ничего-то не хочет оторваться. Так, а у нас вот эти окошки. Мы сегодня будем чисто регулировать. Продувается. X-Prof какой-то 70-ка. Посмотрим, что тут за фурнитура. Элементис. Уплотнитель мы не меняем, мы просто их регулируем. Например, вот это место. Ага. А наружный прижим зигеневский. Штепик не сглотит почему-то. О, заглотили. Так. Ну, довольно-таки далековатый. Учитывая, что дверь широкая еще. Зато хорошо открывается. Отсутствие полной торцовки. Так. Что у нас тут из необычного? Давай стремянку. Так, сторками, я думаю, мы снимать не будем. Хм. Как будто бы расклиненные дали. Путем выреза уплотнителя. Сделал продувание. Тут кочки прям. Сгрязнивание, да. Люди-ка раз, два, три. Печально, что у нас нет гимнических ответов, конечно. Ладно. Чё, да, тоже мы в состоянии какое. Ну тут вот же, конечно. Возможно, эта штука нам пригодится. Ну, зато вышка замечательно скрывается. Вообще замечательно. Так, ну что, начинаем регулировать. Здесь нормально сделано. Режим, ну-ка, здесь есть. Так, пытаемся понять, что у нас с дверью. Закрывай. Вот он закрыл. У нас наружный прижим стоит. У нас туда заходит спокойно рихтовка. Здесь вот. Ну-ка, здесь заходит. Здесь не заходит. Что-то здесь он отгибается. Что-то открывай. А, ну понятно. Они вон как стоят, не поджимают далеко. Она идет как песочные часы, но тут импост. Я не знаю, что делать. А здесь вообще она не, это, ничего не открывает, не закрывает.
Почему так сделано, непонятно. Здесь он сколько заходит? Много. Она практически 3, вот она уже. А, она уже вот 3, вот ее надо сдвигать влево. Наверное, накладки сейчас их открутим. Сюда положим рихтовочки, она маленько сместится. И перекрутим их ближе к раме. Поэтому подвинули его туда максимально. Так, а заодно можно удалить остатки. Я хочу себе тут дупло. Надо кисточку, Лёх. Чистоту навели. Все удалили. Берем ножницы. Эту волшебную рихтовку тоже положили. И получается, у нас отверстия уже сместились. Вот в это место будем закручивать эти отверстия. Мы сейчас замажем жидким пластиком. Что у нас получилось? Мы сюда сместили и вплотную поставили. Можно одевать накладку и посмотреть, что получилось. Сейчас будет здесь замечательный прижим. Все. Поджимает. То же самое делаем с нижним. С нижней околесицей. Копия. Повторяем процедуру. Все смазали, отрегулировали. Ответочки у нас стоят ровно над сапфами. Перекрутили правильное положение наружное прижима. Здесь перекрутили прижим. Тоже ответки все перекрутили. Все сейчас миллиметр в миллиметр. Теперь же все смазали. Убрали песочные часы, подложив сюда волшебные рихтовки. То есть она у нас выпрямилась, была она выгнута. Так, что здесь сделали? Здесь тоже их выровняли относительно. Здесь, короче, петля тут целая. Что, ржавая? Да. Ну, само это. Ухо. Клевое. Где? Ну вот. Здесь? Да, да. Тебе видно, нет? Видно как раз хорошо. Да? Да. Ага. Это, мне кажется, не... А, да, коррозия. Блин. Так, пока там я сейчас тебе верну лестницу. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Тоже след от коррозии. Где-то еще здесь, вот. Все зашарило. Окна новые. Фурнитура новая. Ну, качество такое вот, более-менее. Как это называется? Криокамера? Или как это? Где это? Закаляют обработку-то. Блин, я забыл тоже опять слово это. Напишите, металл чем покрывают? Цинком. Джану Оден. По-турецки что-то написано. Вот так вот. О, вспомнил. Стилобат называется эта штука. Там на крыше получается офисного какого-то помещения стоит.
Так, у нас здесь проблемка с продуванием. Почему? Скорее всего, потому что столка опущена очень низко. Критически низко. Сразу будет по поворотному кронштейну это определить. Что? Да. Опять же, поворотный привод, он сколько? Почти 300 миллиметров до угла отсюда. И снизу то же самое. Створка широкая. Опять же, да, там 600. Вот сюда надо поджим ставить. Ну, почему-то сэкономили. Почему? Интересно. Опять же, на такую высоту можно и два наружных прижима поставить. Явное продувание идет через петлевую верхнюю группу. Сейчас будем это как-то управлять. Как вообще определить, насколько створка у нас заходит? Берется это очень просто. Мастера знаю. Кто не знает, берется маленький такой карандашик. И вот так делается отметочка, насколько створка заходит на раму. Теперь можно посмотреть. Она заходит буквально сколько? Миллиметра 4. Должна 8 заходить. И здесь. И поэтому здесь и продувание. То, что уплотнитель еще имеет форму вот такую скошенную, то есть он практически ничего не закрывает. Вот эти 4 миллиметра, они уходят на скос, потому что уплотнитель, ну, как бы такой покатый. Вот. Где он начинается, ну, тут уже пустота. То есть, где он должен прикасаться, тут уже пустота. Вот поэтому продувание идет. Вот характерные следы. То, что ветер будет вот отсюда начинает и до самого угла. Здесь такого мы не видим. Надо створку поднимать выше. Снимаем накладку. Повторяем процесс, процедуру точнее. Вот она у нас была 4 мм, стала 8, в 2 раза больше мы ее подняли. И здесь то же самое. А теперь 8 мм это толщина уплотнителей, поэтому теперь сейчас будет прижиматься все как надо. Дай мне кривой ключ. Еще для дополнительного эффекта мы можем поджать створку. Все, поджали. Эту створку мы сделали. Подняли кверху ее. То же самое проделали с этой створкой. Сейчас я ее поднял. Ну вот еще, если у вас надо куда-то записать какую-то данную, ну, не бумагу уже тратить, можно просто на окна вписать. 1065 плюс 2075. Или вот. Очень удобно и видно всегда. Да? Ну что, бумагу же тратить, если окна есть. На этом окне мы дошли до поворотной откидной створки. Ну, естественно, Илюха здесь мне ничего не смазал. Здесь все протрем. Ну это ладно. Это не страшно. Опять страшно вот это продувание. И мы смотрим по корыту, что хочется маленькой выше. Она цепляет, вот видно, по блестящему следу. Совсем капельку. То есть ее опять же надо поднять выше, чтобы все закрывалось. Что мы сейчас и будем делать, там песок прям на резинке. Смело снимаем накладку. Берем ключ и начинаем поднимать
У нас такие же, наверное, есть в коробке. Можно. Так. А? Меняй, конечно. Бонус. Так, а теперь нужно посмотреть. О! Поднялось. В два раза больше. Опять же, будет резинка у нас уже попадать сюда. Вот, а не вот этим краешком, кончиком будет сюда попадать. Продувание мы устранили, можно сказать, таким способом. Илюх, закрой, пожалуйста, мне створку вниз, ручку поверни. Закрыл? Да. Вниз? Да. Все. Все нормально. Опять наружный режим. Он уехал. Скорее всего, и рамная часть уехала, и ответная часть уехала. Соответственно, надо сейчас снять штапик. Кнопку сюда сдвинуть, его открутить, убрать вот эту пленку, которая под ним, и его сдвинуть сюда. Такой результат получился. Было вот так, стало плотненько все. Вот у нас меточку мы померили. То сейчас такая же меточка у нас снизу стоит. Теперь прижим будет обеспечен 100%. Смазываемся, естественно. Что еще мы можем узнать с помощью карандашика? Сделали здесь отметочку? Сделали здесь отметочку. Открыли. Они должны быть одинаковы. Здесь 8 миллиметров. Здесь 4 миллиметра. Соответственно, створка у нас перераскленная. Надо вот этот угол маленько опустить, а нижнюю петлю поднять. Потому что здесь первоочередное, что должно быть ровно 8 миллиметров. Соответственно. Подержи-ка вот так. Пальцы не суй только в камеру. Я что делаю? Суешь? Ну ты посмотри, что снимаешь на тебя. Вроде. Пальцы нет? Пальцы нет. Мужчина есть. Вот за это место даже. Мне кажется, ничего не изменилось. Должно было быть. Ну, ничего не изменилось. Хорошо, расклинили. Соответственно, надо нам диагональ опустить. А тут опускать некуда. Она будет тереть об раму. Значит, мы просто ее поднимем. Вот весь ответ. На пару миллиметров выше. Конфликт опять же плинтуса с петлей. Вон хоть он мягкий. Мы сняли нужную накладку. Подтянули петлю. Все, с нижней петлей мы закончили. Еще раз смотрим.
Вчера сделали полосочку. Вот она у нас поднялась. По отношению к другой. Теперь режим здесь будет более лучше. Ну что, подводим итог. Раз створка, два створка, балконный блок отрегулирован. Все дело, они, слава богу, были все расклинены. Единственное, только мы водили песочные часы. Снимали штапики, перекручивали наружные прижимы. Что, почистили, бутылку смазали. Тут получается трехстворчатое окошко. Тоже все. Ну, по сути, мы что, ничего такого не делали. Фурнитуру не меняли, уплотнитель не меняли. Просто привели, как они должны быть изначально от застройщика. Получается, там 3 створки, тут 3, 6, 8, 11 створок мы сделали. Ой, рулетка куда-то туда потянулась. На этом все. Собираем инструмент. Надо его как-то размещать. Да. Классическое. Приглашаю всех подписаться на мой телеграм-канал. Где-то вот здесь вот он будет. И ждем лета. До свидания. Кстати, в топках реально удобно работать. Что это? Все, до свидания всем. Мы поехали. Все. Свою работу мы сделали. А где выход? А вот он. А где Илюха? Ходить удобно, потому что супинатор, да, есть там кое-какой. Проветривается все дело. Ну, босиком ноги отваливаются, а вот эта штука нормальная, кстати. Не знаю, почему я белый заказал. Ну, пофиг. Все, на этом все, пока. Еще такой прикол у них на этаже. Ну, то, что двери такие классные есть. Домофон. Чтобы лишние не ходили. А здесь вот выход на ту самую террасу. С тренажерным залом. Причем она многоуровневая, я так понимаю, на два дома. Ну, это вообще круто. Считаю, можно погулять. Блин, вообще круто сделано. Я считаю. Европейский квартал. Прикол в том, что должны его сдать были 10 лет назад. В 13 году. Но это у нас такой местный долгострой. Окна. Даже вроде не сломанные. Вот. А у кого мы работали сегодня, это рихтовка валяется. С Хабаровска. Военные летчики приехали. Хозяин квартиры, вот летчик военный. Пенсионер. Приехал в Нижний Новгород. На пенсию. Все. Кнопка. Выходим, блин, на эти штуки. Они типа не кушные. Ну, естественно, стопка битых пакетов. Сколько мешков? Мешковин. Офигеть. Целый дом можно построить. А я ищу тебя везде. Я там пришел, пришлось мне на этом ехать. Все.